Сегодня в Чебоксарах состоялось очередное мероприятие, посвященное приближающемуся международному форуму «Россия. Спортивная держава». Во Дворце детского и юношеского творчества в режиме нон-стоп в течение всего дня проходил фестиваль «Твой успех». Что необычного и увлекательного могли увидеть гости праздника, знает наша съемочная группа. Проведение фестиваля «Твой успех» передается по эстафете. Наш город принял ее указания и провел праздник не хуже. Хореографию, вокал, инструментальную музыку и многое другое в исполнении детских и юношеских коллективов могли увидеть и услышать все, кто посетил международный фестиваль. А сегодня на фестивале наши самые творческие коллективы, самые талантливые ребята показывают свое мастерство на сцене городского дворца. Фестиваль «Твой успех», он был запланирован заранее. Тем самым наши ребята приобщаются к мероприятиям форума «Россия. Спортивная держава». Может быть, кто-то не достиг успеха в спорте, но он достиг успехов в области искусства. И сегодня ребята это демонстрируют. Мы сегодня танцевали «Адажио весенних грез». Это танец ставила наша руководительница Анна Георгиевна. Костюмы мы шили. Они называются «Шопеновки». После выступлений творческих коллективов, а их было более 60, гостей ожидали мастер-классы в области рукоделия и прикладного искусства. Так, ученицы 47-й школы уже в течение 4 лет посещают Дворец детского и юношеского творчества, обучаясь основам шитья. Нам очень интересно, мы шьем для себя костюмы, делаем разные игрушки и дарим своим близким и родственникам. Этому и не только могли обучиться на фестивале. Причем, кроме новых умений и знаний, каждый участник получил памятные подарки и сертификаты. Екатерина Абрамова, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика.